Всем привет! Давно не снимал никаких видосиков, потому что зима, а зимой я гулять не люблю. Но все-таки же я выбрался. Я живой, не умер, отлучевой, все нормально. Так, мне сегодня достался в руки Atomfast. Такой хороший поисковый приборчик, думаю, все знаете. Рассказывать про него не буду. Это не телефон, это вот от него датчик замеряет радиацию. У нас стоят сегодня два порога. На 100 микрорентген в час и на 500 микрорентген в час. Мы находимся на окраине города Лермонтов. Это он завод ГМЗ. Вон там видно. Завод занимался переработкой урановой руды. А здесь, судя по картам и старой информации, находился базисный склад руды. То есть до того, как построили завод, первичную руду свозили именно туда. Ну, то есть на том месте, где стоит мой товарищ. Сейчас мы туда подойдем. И мы нашли очень злую точку. То есть дозиметр Atomfast мы заверяем по гамме. Это Atomfast 8850, самый большой кристалл. Надеюсь, здесь будет все видно. Пока что фон в норме, 70 микрорентген. В общем, здесь идет железка, это ведомственные пути подъездные к заводу, где производилась отгрузка руды. А вот это уже начинается склад. Вот только мы сходим с насыпи, видим превышение. Уже 100 микрорентген в час. Ну, это нормально, в принципе. Но самое злое будет дальше. На подходе 170. Привет, как оно тебе вообще? Нормально? Как ты стоишь в зоне такой? 300 микрорентген в час. Тебе не страшно? Вот в снегу оголенный грунт. Подносим. Опа! Два щелчка, превышение порога. Второго. 500 микрорентген в час. Норма до 50, если вы не знаете. В общем, самая радиоактивная точка у нас здесь. Мы локализировали излучение и нашли вот это место. Товарищ, давай, доставай и ассистируем. Клади датчик. Ассистируем, да. Да, как можно ближе туда, да. Собственно, 1000 микрорентген в час. Один милик по гамме. Вот он здесь. Да-да, клади. 900. 1000. 1000, да. Так, а положи и это, сделаем сейчас чистое измерение. Все, не трогай его. Он съехал. Потом сейчас покажет среднее. Видишь, он как бы погрешность 1%. Вот такое место у нас этот, на окраине Лермонта. Хвостохранилище находится вон там. Завод, где солнышко светит. Вот. Бештау и Лермонтов там. Ну, собственно, промышленная. Да, это вот такой вот микрорайон. Самое интересное, вон там, если вы видите дальше, очень много таких кучек. Вот. Со столбиками. И мы сейчас пойдем туда. Ну, прошли мы чуть подальше, но, к сожалению или к счастью, в общем, наши предположения оказались сложными. Здесь фон в норме. Вон паровозик там, на станции промышленная. Пойдем, сейчас дойдем уже и закончим видосик. В общем, возвращаемся обратно к этому, как его, к железнодорожному полотну. Карта пишется, карту я прикреплю в конце видосика. В общем, хорошо, что я не стал снимать карту, ну, гамма-съемку, на фоне обычных городов, потому что она бы полностью бы испортила всю красивую картинку, ну, на самой карте. Так, вот возвращаемся на рельсы. Здесь и что мы видим? Опять начинается. Видно плохо. В районе сотки. А то место было там. В общем, как-то так. Все. Всего доброго. Всем до свидания.